Вчера в Губернской думе прошел большой круглый стол, посвященный обсуждению законопроекта о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Вчера же было принято решение отложить его, доработку этого закона, до принятия соответствующего федерального закона. А как вы думаете, сколько времени пройдет, когда, до тех пор, пока будет не принят федеральный закон? Ну, начнем с того, что ЛДПР – это практически одна из немногих политических сил, которые поддержали митинги во всех регионах, по всей стране. В Государственной Думе мы не голосовали за принятие поправок в закон о рыболовстве. Уже в прошлом году, в декабре, обращали внимание правительству, что будет вот то же самое, что сегодня происходит. Митинги, обдираловка с простых граждан, выписывание талонов на рыбалку и так далее. Не прислушались, получили митинги. Президент заинтересовался, премьер заинтересовался, губернатор уже велел заблокировать все раздачу рыбопромысловых участков. И вчера на круглом столе уже все депутаты наконец-то очнулись из всех партий и рекомендовали сами себе, а мы просили уже давно об этом, не принимать пока закон во втором чтении региональные рыболовцы, потому что уже на федеральном уровне введен мораторий на конкурс по рыбопромысловым участкам. Обратились уже и федеральные власти, и мы, депутаты, и губернатор, ко всем, кто выиграл конкурс по получению в пользование рыбопромысловых участков, не брать деньги, не выписывать никакие талоны, пока не примут новый федеральный закон, регулирующий исключительно спортивное и любительское рыболовство, где будет четко прописано, что не более 5% всех водных угодий в стране можно отдать в пользование коммерческим структурам. Пусть они, конечно, облагораживают, пусть предлагают услуги, потому что рыбаки всякие бывают. Мы же не говорим, что вот всем все бесплатно. Кто-то хочет действительно в хорошем домике на берегу, в хорошем водоеме, с хорошей удочкой, которую он взял на прокат, посидеть, порыбачить. Пожалуйста, но не более 5% воды, зеркала, под такие нужды. А сегодня уже 12 распилили в Самарской области, это факт. Ну, как вы думаете, как скоро будет федеральный закон соответствующий принят? Я думаю, быстро. Потому что уже и премьер позавчера в Думе на правительственном часе об этом сказал, что не более 5, дорогие чиновники, можно. И это вполне справедливо. Это требование, кстати, ЛДПР. А мою, кстати, поправку недели ранее тоже про 5% зарубили на рабочей группе. Вот вам метаморфозы самарской политики. Премьер сказал 5%. И все. Вот, пожалуйста.